Учебный локомотив выгнали из ангара за несколько минут до начала тренировки. Загорелся тепловоз точно по плану. Причина – нарушение правил безопасности при сварочных работах. Огонь распространился на соседние помещения и кровлю. К месту ЧП уже через несколько минут прибыли спецслужбы. Первым делом огнеборцы эвакуируют пострадавшего. По легенде, ранен один из сотрудников депо. Тут же и пожарный поезд. Запас воды – более 100 кубов. Если в крайнем случае пожар примет какие-то большие границы и так далее, мы имеем возможность заправиться на территории депо водой. Здесь имеется 10 пожарных гидратов, которые все исправно работают. На реальное возгорание пожарный поезд выезжает максимум 20 раз в год. Особенно он был востребован этим летом. В соседней Волгоградской области железнодорожникам пришлось защищать пути во время лесных пожаров. В случае реального возгорания на ликвидацию огня у специалистов немного времени. Сгореть такой локомотив может за 10 минут. Ущерб тогда составит миллионы. При таком пожаре можно потерять единицу техники и, соответственно, помещение зданий. Тут локомотивов у нас 18 каналов, так что можно потерять довольно достаточную сумму. Вот, к примеру, такой локомотив порядка 75 миллионов стоит новый. Среди наблюдателей учений – огнеборцы, сотрудники депо и студенты. Виктор Дюкарев – будущий инженер пожарной безопасности. Работать молодой человек собирается на железной дороге. Практическое занятие сегодня ему понравилось. Организовано все так сплоченно. Будем учиться, будем также выступать, показывать, ну, будем тушить пожары. Руководство депо учениями остались довольны. Пожарные уложились в норматив. Осталось привести локомотив и территорию тренировки в порядок. А на это у работников уйдет намного больше времени, чем заняло псевдотушение. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.